Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересная распаковка, сам не ожидал, что именно такая старая вещь, но очень, надеюсь, полезная, мы ее даже сегодня испытаем. Электрошашлычница, которой больше лет, чем мне. Наверное, и большинству из вас. Электрошашлычница 86-го года. Ей уже 30... Ну, больше, чем 32 года, решили взять, нашел и... Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня распаковка, и распаковка довольно-таки непростая. Шашлычница, которой, наверное, больше лет, чем мне, чем многим из вас. Сейчас коронавирус, и реально на шашлык выехать, ну, в принципе, как бы можно, но неохота рисковать. В общем, решил сделать на стрим-хате сегодня такой эксперимент. Нашел шашлычницу, которой дофигища лет, сделана еще в СССР. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим. Я не знаю, справная она или нет, я надеюсь, что справная, и мы сегодня с вами сможем... потестировать этот вариант, как же реально дома чем заняться. Так, ну давайте попробуем. Ну, в общем, вот так вот коробочка выглядит. Электрошашлычница Таврия, вращаются шампуры. В общем, раритетная вещь, еще советский знак якости. Не знаю, сейчас посмотрим, сколько лет. В общем, поехали, попробуем вытащить ее. Посмотрите, она в пыли вся. Ну, прикольненько смотрится. Шампуры. Я думаю, сегодня еще сделаем обзорчик, как это делаем. Но коробочка, конечно, печальная. Инструкция даже есть, смотрите. Вот так вот, Таврия еще. Бумажка желтенькая. Так. Новокаховский машиностроительный завод. 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Нифига себе. ЕШВ 125-220 Таврия. Херсон. Ну, то есть это Украина. Сейчас покупая, необходимо так. Короче, у нас идет инструкция, общее указание. 220, частота 50 Гц. 1,25 кВт. Немало. Вот смотрите, инструкция. Там видно, не видно. Бабка может не фокусировать хорошо. Масса одновременной загрузки 1,25 кг. Ну, в принципе, неплохо. Там, допустим, на двоих, троих, я думаю, по 200, даже на четырех, на компанию. Пацаны и три девочки можно организовать. Так. Время жарки шашлыка. 15-25 минут. Не особо много. Интересно, что получится в итоге. Я также вчера замариновал шашлычок. Покажу потом. Ну, я постараюсь смонтировать нормальный видосик вам. Так, масса прибора 4 килограмма. Размеры 223 на 470. Кожух защитный. Шампуры 6 штук. Стакан. Для сбора жира, руководство эксплуатации. Коробка. Так, ну, техника безопасности. Сейчас мы посмотрим на нее, как она будет выглядеть. Надеюсь, у вас там со звуком все нормально будет слышно. Так, нагреватель, кратковременность, продолжительность рабочего цикла не более 60 минут. Так, хорошо, порядок работы, это мы все выучим. Мне интересно посмотреть возможные неисправности, методы устарения, еще советская старенькая инструкция. Так, свидетельство о приемке, ребят. Номер 86565. То есть нормально таких, кстати, в то время продали. ГОСТ есть даже 21-621-83. Дата выпуска. 8.12.87. То есть это тогда ее выпустили, ну, по сути, 20 лет. Ой, говорю, 20. Каких 20? 30. 33 года. Я охренею. Почти. Офигеть просто. 33, ребят. 33-й год. Еще даже какие-то... Ну, цена 24 рубля. Ну, вот реальная цена. Не знаю, фокусирует, не фокусирует. Ну, вот так вот было. Все сразу же вбито. То есть,
Плюс-минусы, как у нас сейчас любят, все было в инструкции, уже все указано, какая отпускная цена. Офигеть просто. Гарантия. Безотказную работу шашлычницы в течение 2 лет. Нифига себе, со дня продажи ее торгующей организации. Но не более 3 лет со дня отгрузки с завода. Ну, по сути, мы уже этот момент на почти 30 лет просрочили, поэтому гарантия, наверное, не работает. Так, новая каховка, Херсон, Первомайская, 35. Электромашина, строительный завод. Прикольненько. Что тут еще интересного? Все, ничего нет. Хорошо, покидаем туда вот такие вот шампуры. Не знаю, сантиметров, наверное, 30. Где-то так. Ну, не особо большие. Сколько у нас их? 6, да? Вытаскиваем, она еще вся в пыли, весь компьютер зафигачу. Так, давайте разбираться. Это по поводу съемки, да. Ну, смотрите, как все четенько. Советский Союз, не пластмасса, не знаю, надо будет глянуть, какой материал. Конечно, блин, ей лет, я офигею, я вообще в шоке, что мы такую вещь нашли. Ну реально, я думаю, дома, конечно, сейчас есть микрогриль, там куча всего более новое, там себе приставил и все. Эта тема тоже есть, но это как бы не особо интересно. А вот это вот более интересная тема, это походу для этого, для того, чтобы жир скапывал. Это вот так вот закидываем. Да, походу вот так. Ставится оно сюда, и шампуры вставляются, и они, и спиралька такая идет, стеклянная тема, и спираль, даже он номер написан, прикольненько. Тут у нас походу разогрев идет, и 220. В общем, такая вот тема, я сейчас попробую ее включу, может, она не работает, мне самому интересно. Самое главное, чтобы, знаете, все на стримхате не сгорело. Так, пробный тест. Давай, включайся. Ага. Не работает, смотрите, крутится, да. Сейчас я попробую так, чтобы у меня не вырубило. Блин, знаете, в чем проблема? Посмотрите на эту розетку. Она просто тупо сейчас в новый фильтр не влазит. Если все там, да, новые розетки. И Советский Союз. Я, конечно, попробую ее втыкнуть, но оно не втыкается. Сейчас попробуем так сделать. Ну вот, я думаю, вам видно. Прокручивается. Короче, прокручивается оно. Вот эти вот мелкие. Вот здесь вот моторчики стоят, и они, короче, крутятся. Это вообще тема обалденная. Я думал, там немножко другой будет принцип. Короче, крутится, ребят. Думаю, вам на видосе видно это все. Короче, такая вот тема. Не знаю, попробую сделать шашлычок. Сегодня расскажу вам уже. Блять, а воняет, конечно. Еще тот Советский Союз. Но походу получается у нас такой вариант. Загоняешь сюда шампурик, вставляешь его вот сюда, и все, и он крутится. И так вот все шампуры загнал, вставил, и оно скапывает. Это поверху закидывает защита, чтобы мясо случайно не вылетело. Но на такой скорости оно вряд ли вылетит. В общем, думаю, закину потом продолжение уже в этот в инсту, либо в телегу, либо в ТикТок. Лайфхак. Как, знаете, как похавать дома шашлыка. Ну, я не знаю, конечно, какое получится. Это не уголь, и дома ты не разведешь у себя костер. Хотя есть умельцы, которые это делают, но такой вариант, в принципе, довольно-таки неплохой. Судя по всему, алюминий.
Легенький, да. Алюминий. Блин, оно нагрелось. Бля, горячее. Ребята, это вообще тема. Вместо обогревателя можно лайфхак зимой вместо обогревателя использовать. Почему нет газа? Дома нет, включили себе, погрели, заодно и похавали. В общем, такая вот тема, не знаю. Посмотрим, что получится в итоге. 32 года, я не знаю, это, наверное, самая старая электрошашлычница в мире. Я не знаю, может, еще были предыдущие какие-то модели. Кто в курсе, у кого есть информация, пишите. Ставьте лайки, пишите комменты, как вам такая тема. Ну, я не знаю, посмотрим, что получится. Все равно на улицу, в принципе, можно выйти, но нежелательно это себе дома. Посмотрим, как оно будет готовиться. В общем, продолжение следует. Все, всем удачи, всем пока.